Эти подлые фашисты могут играть нашу Катюшу. Этому не бывает. Надо отобрать у них нашу Катюшу. В общем, дело кончилось тем, что группа красноармейцев совершенно неожиданно и молниеносно бросилась в атаку на немецкий окоп. Завязалась небольшая короткая схватка. В результате немцы опомниться не успели, а пластинка с Катюшей вместе с патефоном была доставлена к своим. Конечно, уже звучало на своей территории. Встречайте, легендарная Катюша! Oh,
программка пошла с нами, не включай. Может, мы под баянчик что-нибудь вам споем? Можно? Ваня, Ваня, где у нас Ваня? А, вот, у нас тут в кустах баян. Иван Гарман, спасибо. А исполним вот для вас песню, которую вы тоже наверняка знаете и очень любите. А называется она «Смуглянка». Кто солирует, я не помню. Георгий Цветков и Константин Мокшин. Прошу любить и жаловать. Вы их уже сегодня видите. Я люблю тебя снова и снова.
конечно, многое и благая лето. Летите, давайте споем. Вам многое и благая лето. Никогда не ругайтесь. Жизнь короткая. Любите друг друга. Прощайте какие-то слова. И тогда у нас все будет замечательно. Спасибо, что вы есть. Вы просто такая умница. Вы согреваете своим теплом всех. Спасибо.
только праздники. У нас еще есть и будни, есть молодые инвалиды, которые состоят в службе занятости, а мы помогаем найти работу. Евгения Ивановна, я так в этих очках смутно, но вижу вас. Выходите на сцену. Поприветствую. Благодаря этим людям, как бы инвалиды молодые, которые еще не на пенсии, мы тоже прошли в свое время школу жизни, как, да, службу занятости. Поэтому, дорогие женщины, которые работают, которые организовывают рабочие места инвалидам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, мы хотим вам выразить благодарность. Это отдельный. И вашим директорам. Спасибо вам большое. Ну да, да, да. Ну пока они не состарились. Будем работать. Дорогие друзья, в этом зале, как бы, я вижу еще одного председателя Кировского района. Валентина Степановна, встаньте, пожалуйста. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо Наталье Викторовне большое, что она посетила. Правда, мы долго как бы протягивали руку помощи, вернее, не помощи, а дружбу всем. Ну, как-то вот... А в этом году мы поняли, что мы работали и не зря предлагали дружбу. Вы с нами будете дружить теперь? Спасибо. В любом случае, когда вы вместе, сила. А сейчас я хочу вас просто поздравить стихами. День инвалидов – необычный день. Торжественный, но с отблеском печали. Нет-нет, и набежит на лица тень. Вы у друзей такое замечали? Но жизнь есть жизнь, хоть пенсия мала. Не ждите, что долги за нас заплатят. Вы оптимисты. Вашего тепла не только всем, но и здоровым хватит. И желаю вам всем, пусть надежда сердце согревает, пусть сомнения словно снег подтает, пусть сбываются все лучшие мечты, пусть для вас цветут все лучшие цветы, пусть ваш дом уютным очень будет, пусть о вас не забывают люди, пусть заполнят вашу жизнь друзья, будет любящий, внимательная семья. Дорогие друзья, вот на этой торжественной ноте мы заканчиваем. А, нет?